с работой именно с таможенным, декларацией 017. То есть они могут делать исследования, но ссылаться на техрегламент на соответствие они не могут. Показателей должно быть в протоколе не менее 4. Если у вас есть протоколы на руках, то зарегистрировать вы можете в любом органе, которое может находиться хоть в Москве, хоть в Санкт-Петербурге, Калининграде, Владивостоке, неважно. Главное, чтобы у вас был реальный протокол и орган, у которого есть доступ к сайту Росаккредитации. Почему? Потому что, кроме того, что вы получите, сейчас она очень в интересной форме, ну, у меня нету в электронном виде, поэтому показывать смысла нету, там только ваша подпись. На что еще обращаю внимание со своей практики? Все, что написано в декларации, за это вы все несете ответственность. Ни орган, ни лаборатория, ничего. Вот то, что вы внесли, и перерегистрировать эту декларацию уже нельзя. Ее можно отменить и сделать новую. Вот тот, кто пересекал границу с таможней, вот мы с этим очень часто, особенно первоначально, когда только ввели этот техрегламент, столько шишек понабили. То есть, если у вас все-таки есть ошибки, то вам нужно срочно отменить действующую декларацию. Если протоколы не такие старые, а, например, там 2015, ну, сентября месяца, то вам нужно срочно на основании этих протоколов, ну, только, пожалуйста, чтобы они у вас были на руках, зарегистрировать новую с учетом идентификации вашей продукции. Я все. Если вопросы какие-то будут поступать, мы являемся представителем торгово-промышленной палаты, я начальник центра сертификации продукции консалтинговых услуг. Мы работаем и с таможнями, и с брокерами, и с экспертами, и со всеми. То есть, если у вас какие-то по ходу будут вопросы, звоните, телефон, если несложно, запишите, 928-012-3713. То есть, если у вас какие-то будут вопросы, 928-012-3713, зовут меня Галина Ивановна Корчагина. Мегафон 928-012-3713. Значит, сроки очень маленькие, и будет обидно, если ваша декларация немножко не будет с нарушением сделана, или с это. Я думаю, что вам проще будет перерегистрировать. Но, конечно, с учетом уменьшения затрат на исследование, чтобы протоколы можно было использовать. Ну, конечно, не пятилетней давности, а хотя бы годичной. Тогда можно будет перерегистрировать. Только из-за того, чтобы правильно вести идентификацию вашей продукции. Сколько времени делается? Декларация регистрируется в течение дня. Сколько стоит? С готовой. Значит, ценовая политика идет, ну, я в среднем, это где-то порядка, обычно делаем 3 года. Ну, вот, если я рекомендую, то особенно нашим производителям. Это где-то порядка от 6 до 12 тысяч, в зависимости от объема информации и от того, что, ну, я думаю, в среднем где-то 1008. Значит, у Ольги Алексеевны Хлебиной, у нее остался текстиль, но мехов у нее нету. Может быть, что-то поменялось. Вы можете у нее позвонить. Ставропольская. Ставропольская, да, ЦСМ, Ставропольская. Я говорю, что ближе вам Кабарда, например, да? Вот. Нет, у них есть доступ, они переаккредитацию получили. У Ольги Алексеевны, у нее проблема, по-моему, вот шубы ей не дали. Но, может быть, я не права. Поэтому вы ей позвоните и узнаете. Декларация была написана правильно, чтобы вам ее не переделывать. Сейчас проблема у пищевиков такая же. Очень обидно, что они информацию писали неверно, сейчас торговые сети возвращают. Я думаю, что здесь будет такая же песня, поэтому я предупреждаю, внимательно посмотрите. Если у вас на этикетках есть какие-то марки, внесите ее в декларацию. Не стесняйтесь, это не торговая марка, это просто марка. Или модель, назовите ее моделей. Алина там, я не знаю. Светлана. Что? Вот просто слово. Смотрите, что такое идентификация. Если у вас просто написано шуба из мутона, точка, все. Это не... Вас нет, из корабля через запятую, там, пиццов с элементами.
это ни о чем, у вас нет идентификации. Как должно быть правильно? Должно быть, запятая, артикул, такой-такой-то, если у вас есть артикул, либо модели, те, которые у вас на этикетке. И очень внимательно, пожалуйста, посмотрите на свои этикетки. Откройте статью 9 техрегламента 017 и проверьте свою этикеточку на то, что у вас там записано. Почему? Потому что вот в чипе будет ваша информация и декларация, допустим, написана, но общая информация у вас должна быть на этикетке. То есть все, что вы даете, оно у вас должно соответствовать 017 техрегламенту. Подождите, артикул шубы, вот у нас паспорт шубы идет, там номер такой-то, такой-то. Этот номер постоянно меняется. Вот выходит сегодня одна шуба, у нее там АВ-129, потом АВ-130. Ну, вы сами посмотрите, что у вас за это номера. Если у вас как чипы каждый раз будет новый, то, соответственно, это вам не стоит ставить. А вот, например, модели поставьте, ну, то, чтобы вы могли идентифицировать, чтобы взять вашу, когда взяли вашу шубу, они могли посмотреть все полностью соответствовало декларации и маркировке. Маркировка – это информация. Номер шубы прописанный, паспорт шубы, не знаете. Ну, ваши на шубах очень часто я видела, например, название, ну, свободное, то, что даже в декларациях нету. Ну, допустим, ну, пусть просят меня, та же Елена, на английский манер написанная, там, Алина, Лиана, неважно. Вы ее в декларации не отражаете. Я говорю, почему? Ну, вот... Как-то хорошо, мы этот код можем написать, допустим, АБ, и там конец, а я напишу, и все, и там цифры. Вот смотрите, с чем сталкиваемся, допустим, через таможню. У них очень часто артикулы, вот как вы называете, а вы дальше тире, там, да, партия, да, зарегистрирована, да? Но там от этого никуда не уйти. Не, вот, но вы можете модель назвать АБ. Не, АБ, то есть это говорит. АБ это одна зарплата, АБ это уже другая зарплата. Месяц идет зарплата. Нет, давайте так. Зарплата никакое отношение к модели не имеет. А если, вот смотрите, если модель АВ, то мы понимаем, что это определенная модель. Она может быть 1, 2, 3, в зависимости от размерного ряда. Ну, не мне вас учить, вы прекрасно понимаете, зарплата к этому никакого отношения не имеет. Вы идентифицируете свою продукцию. Алина, Полина, А, Б. А если это указано? Если у вас есть, значит, у вас все сделано правильно. Не надо писать уже никакие... Нет, у вас должно быть, понимаете, взять вашу шубу, взять вашу декларацию, чтобы налоговых у вас не было нестыковок. Вот то, что он проходит через таможню, вот они уже с набитыми шишками. Там конкретно могут партию скрыть и посмотреть, докажите, что эта декларация под этот товар. И там все можно доказать. Точно так же у вас налоговые будут. Название фирмы, это у вас будет как марка, да? Все, значит, у вас должно быть и на этикетке это. То есть все должно стыковаться. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, у нас сертификат соответствия есть, да? Пальто меховое там из меха мутона, допустим, да? Но у нас из этого меха мутона, допустим, 100 моделей разных. Да. Я должна что? 100 сертификатов получить? Модель 312, модель 500. Нет, нет, маркировка. Смотрите. Вот смотрите, вот сейчас если бы на ком-то была шуба или где-то там вот сейчас висела, мы бы посмотрели как налога. Вот я пришла вас проверять, да, или там таможник, неважно. Вот докажите, что эта шуба под эту декларацию. Как мы доказываем? Мы берем этикеточку. Во-первых, там номер декларации. Во-вторых, эта шуба, в декларации написано шуба из мутона, шуба из норки. Все, дальше идет. У вас на этикетке есть Елена, Алена, Петя, Маша, неважно, там, север, юг, инициалы свои, да. У вас на этикетке есть, а в декларации это нет. 100 моделей, все перечисляют. Если у вас есть, смотрите, если у вас зарегистрирована торговая марка, вопросов нету. У вас будут шубы норковые, песцовые, торговой марки Елена Курт. Все, на этом закончили. Торговая марка «Прогресс». Все. Там у вас модели нет. Или этикетка пустая.
Во-первых, у вас должен быть знак ЕАЭС, обязательно, то, что соответствует. Во-вторых, у вас должно быть... Вот вы статью, знаете, статья 9 техрегламента 017. Прочитайте, вы все поймете. Нет, смотрите, вот не надо покупать чужих этикеток, вешать на свою шубу, чтобы потом не доказать. Значит, я советую, у вас что такое этикетка? Это вшитая или навесная, неважно. Если у вас ни к чему нет, ни артиклов, пишите свое ИП Петров. Все. И вы пишете шуба через запятую, марка ИП Петров. Петров, назовите, неважно. Не делайте лишнего того, чего нет. Потому что вот по, если мы смотрим этикетку, там будет написано ИП Петров, мы понимаем, что да, это и есть декларация для ИП Петров. То есть там все стыкуется. Но я еще раз говорю, если у кого-то есть макеты этикеток, вы можете со мной связаться, мы обсудим каждую строчку. И посмотрим с вашим документом. Я еще раз говорю, я смотрю со стороны проверяющих. Смотрю документ и говорю, покажите и докажите. Это просто опыт работы с таможней, а это хорошая школа. Научили, как отче наш. Вы находитесь в территории Гайдена, написано, изделие под маркировкой и названием. Я вам на этикетке, правильно? У вас должна быть этикетка соответствовать информации в декларации. Вот я это хотела вам донести. Вы поднимите свои декларации, поднимите свои этикетки, лишнее уберите, чего не хватает, допишите. Либо в декларацию. Если у вас есть название, вы напишите слово марка. Не торговая марка, потому что торговая марка, у вас должен быть документ. Марка там, не знаю, Саша, Маша, очень часто, опять же, русские, латинские имена. А какой документ нужен для этого, если ИП, но написал на этикетке? Еще раз. Ваша задача доказать, что эта шуба ваша, либо вы взяли, вот смотрите, есть же еще продавцы, ну ладно, вы себя можете доказать, он взял у Петрова, Иванова, у кого-то есть торговая марка для реализации, у кого-то есть просто красивые лейблы, которые ни о чем. Так вот, он должен вам предоставить декларацию, чтобы там тоже это было отражено, чтобы вы могли доказать. Вот если вы пишете на этикетке ИП Петров, и в декларации написано «шуба, запятая, марка ИП Петров», то вы докажете, что эта декларация соответствует этой шубе. Да, и точно так же вы, когда даете, вы и защищаете. Сейчас будет проблема у продавцов, потому что им нужно все документы привести в соответствие. Конечно, если сейчас обезличены, это просто палочка-выручалочка. То есть просто все шубы, они у вас будут обезличены и посчитаны по шубе. А дальше у вас будет. Мы находимся в офисе Синдуки. Да. Торговая промышленная палата в Ставропольске. В системе сертификации я с 2010 года. Просто работать с таможней, как таможней тоже. А уж легкую промышленность держу. Шишек 2012-го набили так, что очень много текстиля завозили. Ну не только шуба, шубы, кстати, меньше, а вот все остальное легкую промышленность. По идее, они должны. Ну вот тут я не могу сказать по поводу оплаты. Вам нужно поднять все документы. По идее, если они сейчас просто пронумеруют ваши шубы в складе оставить, потому что они, если они это не сделают, у них это конфискуют. Четко написано, с 1 апреля у них подлежит конфискации. С 1 апреля? Я прошу. Алексей, с 1 конфискация с какой? С 1. А, ну все. Будет отдельный вопрос, ответ. Ну вот, Алексей сказал, что дальше, он расскажет, что дальше еще делать. Значит, у меня задача была до вас донести, уважаемые господа и дамы. Это первое, поднять свои документы и посмотреть свои этикетки. Почему? Чтобы у вас все стыковалось. Потому что ваши декларации, если они официальные, если они с номером, они в свободном доступе, они просто проверяются. Поменять вы ничего не можете. Этот грабли тоже проходили. Очень часто наказывают, берут декларацию, пытаются поменять, в Росаккредитацию заходим, а там совсем другая информация. Это штрафы, наказание и все остальное. Зачем вам это надо? Значит, если вам нужно перерегистрировать декларацию, значит, идете в тот орган,
то отменяйте эту, только для того, чтобы у вас правильно было название и идентификация продукции. Спасибо большое.